Всем привет, с вами DJ Smash, это мое третье видеообращение. Сейчас я обращаюсь к вам вот как по поводу, почему вы не заходите на радио, ребят. То есть постоянно, когда я веду, когда DJ Пар ведет, когда DJ Кирилл ведет, там максимум человека 2-3 где-то от силы просто, это нам крупно должно повести. Почему? Почему вы не заходите на радио? Мы всего лишь неделю не смогли по техническим причинам вести радио. Сейчас мы ведем, сейчас все нормально. Вы посмотрите, сейчас время 14:08, никто, вот только диджеи на радио, вот никого больше нету. Вообще, мы не знаем, чем заняться, мы просто надо вести эфир, а просто никого нет. Мы, получается, это просто время зря теряем. Почему? Просто вот ответьте мне на вопрос, почему? Я не знаю, почему. Значит, я, пожалуй, объявлю конкурс, кто... на 2 недели, кто в течение 2 недель будет активно заходить на радио, тому я сделаю сигнал. Вот так вот. Вот, пожалуйста, заходите на радио, я еще раз повторяю. Просто реально нам нечем заняться, нам скучно без вас. Все, вроде, ну, все, оно сейчас реально работает. Ну все, давайте, с вами был DJ Smash. Заходите на радио.